От Свято-Георгиевского скита Свято-Успенской лавры в Донецкой области остались руины. Российская армия в мае 2022-го сбросила на него авиабомбу. Восстановить скит невозможно. Полностью разрушена и церковь Святого Иоанна Богослова в Харьковской области. О том, что это сооружение когда-то было храмом с уникальной росписью 17 века, теперь напоминают только кресты на полуразрушенном ограждении. Одесса. Спасо-Преображенский кафедральный сооружение. В 1936-м его подорвали большевики, а в 2023-м противокорабельной трехтонной ракетой Оникс атаковали россияне. В крупнейшем православном храме Одессы уничтожена алтарная часть, пробита два этажа и нет части крыши. За неполные два года полномасштабной войны России против Украины российская армия повредила или разрушила около полутысячи украинских религиозных сооружений, больше всего православных храмов. Но от обстрелов российской армии пострадали и религиозные сооружения иудейских, мусульманских и индуистских общин. Те церкви, мечети и часовни, которые оказались на оккупированной России территории, россияне милитаризуют, устраивают в них штабы, склады боеприпасовой техники. И и даже обустраивают огневые точки. Таких зафиксированных кейсов, ну, наверное, около полутора десятков за два года войны. И о системности говорить не так общее количество, как то, что это в разных областях происходило. То есть мы такое фиксировали и в Киевской области, в Харьковской области, в Черниговской области. Около 30 украинских священников российские военные убили на временно оккупированных России территориях, заявил глава госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. Уже в марте 2022 года начал складываться большой, к несчастью, мартирол. Погибших священников. Один из них, Максим Казачина, был расстрелян, когда был в священнической одежде в литургическом убранстве. Многие священники пострадали во время обстрелов, многие попали в плен. Кремлевская пропаганда пытается навязать зарубежной аудитории представление о России как о православной стране, в которой христианские ценности являются приоритетом. По задумке идеологов Путина, такой подход должен привлечь на сторону режима западных консерваторов. Это неестественно, нелогично, потому что на самом деле в современной политической истории Российской Федерации и исторические притеснения по религиозному признаку были одной из постоянных системных практик в Российской империи. В Советском Союзе, в Современной Российской Федерации. Доказательства тому преследование по религиозному признаку в самой Федерации, в том числе христиан и православных, и представителей иных конфессий. С 2021 года Россия находится в черном списке религиозных свобод. В этот перечень входят страны, в которых зафиксированы систематические нарушения прав верующих. Репрессии на временно оккупированных Россией территориях Украины, уничтожение российскими оккупантами религиозных сооружений ⁇ все это военное преступление. Задокументированные сведения о них получают не только украинские правоохранители и национальные суды. Результаты экспертиз распространяют за рубежом, чтобы в ЮНЕСКО, Международном уголовном суде и других всемирных организациях знали, у России не осталось ничего святого. Валерия Никипелова для телеканала ⁇ Freedom.